Прекрасно, і ми повернулися, походили, погуляли, натхненно подивилися на красу. І зараз думаємо про те, як виховати успішних дітей, взагалі, щоб вони реалізувалися у житті. Але для цього запросили спеціаліста у нас у студії, Лілія Білоусова. Зустрічайте, це коуч для просунутих батьків. Батьків, навіть така є професія. Та дітей. Так. Та дітей. Тобто, перш ніж ми будемо говорити про важливі питання, все ж таки стереотип, він підтверджується, що спочатку батьки змінюються, спочатку вони розвиваються, і потім дитина це бачить і йде по їх сліду, також розвивається. Точно. Якщо ми говоримо, ким важніше займатися, ребенком або родителями в зв'язці із прицелом на щасливе, успішне будущее ребенка, то родители, безусловно, це основний такий момент, основні люди, яким важливо в першу чергу уділяти внимание. Почему? Да? І працювати з тим, щоб корректувати їх вообще взгляди, їх поведение, їх отношение к воспитательным процессам, поскольку ребенок, правда, считывает все без слов, и то, что транслируют родители, собственно говоря, влияет на ребенка в стопроцентной мере. Часто, в 90% случаев, родители обращаются ко мне, сделайте с ним, с ней что-нибудь. Первое, второе, третье. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Так, давайте разберемся, что ж вы, який приклад показываете, так? Як вообще, что происходит, да, потому что родитель – это основной человек, который, в принципе, закладывает все, чем ребенок будет пользоваться потом и во взрослой жизни. Поэтому основная задача моя – я выбираю работать через родителей для детей. Слушайте, ну классная схема. Вот давайте теперь поедем по питаннях. Давайте. Отже. Що потрібно змінити в батьках, щоб дитину виховати успішною, самостійною, щоб вона не боялася відповідальності, приймала правильні рішення по життю? З чого потрібно починати? Один із таких фокусів, да, які ми хочемо дітям. З чого потрібно починати? Це перше – определити вообще цель воспитання. Абсолютно правильно, ви почали перечислять, а давайте візьмемо ще глобальний. Такий цель більш високого порядку. Для чого ми воспитуємо дітей? И вот для чего мы выховываем ответ на этот вопрос будет определять способы, методики. Да? Ця мета для усіх різна взагалі. Чи вона Если по-хорошему смотреть, то очень важно, чтобы цель у каждого родителя, воспитание цель, была это воспитать ребенка, который сможет самостоятельно реализоваться в будущем. Как минимум обеспечить себе безбедную жизнь, да, самостоятельно, это важный момент. Максимум реализоваться, быть успешным, чувствовать вкус жизни, быть счастливым. Цьому потрібно навчити, цьому дійсно потрібно навчити, мабуть. Потому что далеко не каждый родитель этим обладает. И вот буквально сейчас я разговаривала в гримерной с визажистами. Она говорит, я чудом ушла от родительских наставлений путь вот этим и делая вот так. І я настільки щаслива, що я вибрала все-таки, що я відстояла свій путь. Лілія, але це якщо дитина сама по собі сильна, так, особистість. Таке буває, що дитина відрізняється, дійсно не така, як її батьки. Або всупереч, можливо, йде. Буває всупереч йде, а буває просто, що ребенок настільки дійсно увлечен, вовлечен, ну, це єдиниці, які слідують своєму, скажімо так, влиянню, влеченню, своєї страсті, своїм мечтам. Вот если мы говорим о том, что самодостаточную личность, давайте теперь тогда определим, да, что значит подготовить самостоятельную личность. От я хотів навіть запитати, ми з вами так, знаєте, досить тонко зачепили тему сепарації батьків та дітей. І це важливо, тому що іноді батьки дуже бояться відпускати дітей у вільне плавання. От як з цим боротися? И вот это вот один из ключевых таких моментов, которые мы удерживаем, да, и боимся их отпустить. И, может быть, это в том числе влияет, что мы не сильно их и подготавливаем к самостоятельности, потому что сепарация, ну, важно смотреть одно. Если мы не сепарируем, мы инвалидизируем ребенка. Мы хотим там, на выходе, инвалида, или мы хотим самодостаточного, успешного человека. Если мы хотим самодостаточного, успешного человека, важно понимать, что самодостаточный – это сам, прежде всего. Вовремя делать там разные периоды есть и разные способы сепарации, но как минимум, да,
З чого важливо починати для того, щоб, в принципі, так, з чого почати, на якому етапі проходила? Так. Давайте так смотреть. Ми готові його к будущему, щоб він там успішно состоявся. Ви можете сказати, яке будущее буде? Ніхто не може сказати. Сейчас, да, особливо, да. Це настільки актуальний. Пальцем в небо. Актуальний вопрос, непредсказуємость, неоднозначность, неопределенность. Какому будущему ребенку готовить? Я знаю. Какому? Тут треба спитати у дитини, яке ти хочеш для себе майбутнє, і ти робиш свої кроки сам, я лише тебе підтримую. Чи правильно? Тільки ізначально, да, абсолютно вірно, тільки спитати, це він уже должен иметь представлення. Мабуть, нам потрібно дитині дати це відчуття, щоб він завжди дослухався до себе, тому що він, ну, потім вже у житті зможе зрозуміти, що йому дійсно потрібно відчути, щоб він зміг це відчути. Ми це розуміємо з самого дитинства, і тут навіть не дати відчуття, не підтримку, а здесь научить. Чому нам важливо научити? Учить своего ребенка, слышать себя, понимать себя, знать свои отличия от других, знать свою силу, знать, где у меня есть зона роста, знать, как мне себя успокоить, как меня себя вдохновить, как меня мотивировать, сам себя, понимаете? То есть когда в процессе, и вот одна из таких ложных представлений родителей, ребенок ничего не понимает, там до семи некоторые говорят, да что там, он все понимает, если мы начнем его поворачивать внутрь себя. Да. Какой ты? А для этого ежедневные, собственно говоря, разговоры, предложения два могут накопительным эффектом. А эффект, вот, вот як, что ты сейчас чувствуешь? В связи с чем это произошло? Как ты можешь себя поддержать? Что тебе может помочь справиться с этой ситуацией? Класс. Какую ты вообще цель хочешь? Ми, ну, наприклад, дитина, так? Хлопчик 7 років. Ми у нього питаємо, що ти зараз відчуваєш і як ти собі можеш допомогти? Хіба дитина відповість? Ну, як, если як я в 7 років можу... первый раз задаю этот вопрос, точно. А более того, если я ребенку вообще не называла никакие чувства, то он... Чувства, да? А что это такое, если мне не рассказывали? С самого начала, с самого раннего возраста ребенка, это вот мы затронули тему развития эмоционального интеллекта, когда ребенок злится, говорит, ты сейчас злишься, потому что ты не получил 10-ю конфетку за день. Злость помогает нам добиваться того, что есть. И при этом здоровье сегодня стоп. Что мы ребенку показываем? Злость – это нормально, это называется злостью. Она возникает, когда ты чего-то не достигаешь. Это как один из примеров. Да? Это может быть и обида, и раздражение, и все, что хочешь. Самое главное – сопровождать. Один из, мы так плавно перетекли вообще, что важно ребенку давать, помимо того, чтобы он разобрался в себе. Ребенку очень важно, правда, научить управлять собой, чтобы он мог в любом контексте, в любой ситуации знать, что сейчас с ним происходит, отслеживать эти моменты. Ведь у нас у взрослых, я думаю, что у вас точно есть примеры, когда мы отслеживаем, уже либо слегли и понимаем, ой, что-то перебор, по-моему. Либо уже нас так трусит, мы находимся и понимаем, боже, это ж сколько я терпел. Да? То есть у нас накапливаться. Важно детей не учить управлять, не подавлять, а управлять своими эмоциями. Как работать со злостью, как с ней, да, что с ней делать, что делать с печалью, что делать, ну, с разными другими эмоциями. И это в процесі самого маленького, плюс я демонструю. А хочете, зараз поіграємо? Я, чесно кажучи, дуже хочу пограти, але у мене, знаєте, є одне питання. Давайте. От дивіться, не виключення, коли буває в сім'ї, наприклад, дитина просто злість, от вона не отримала ту конфету, так? І вона злиться. І ти не можеш нічого з цим робити. От як правильно з ним спілкуватися саме в моменті, для того, щоб він почав повністю відслідковувати свої емоції і... Поддерживати його в ці моменти. Як правильно дати можливість виплеснути ці емоції? Тобто якщо дитина злиться, оці істерики... Правило номер один. Любой емоціональний підйом, ілі у взрослого, ілі у родіть, ілі у ребенка, ми нічого вообще воспитательних мер никогда родить или услышите, не применяем. Потому что очень часто ребенок в истерике, мама в истерике, и они что-то выясняют, они о чем-то договариваются, они там что-то... Никаких разборов. Ну, добре, от як реагувати? Дитина в истерике, злиться. Ребенок в истерике, мы говорим, а давай теперь еще ножками, стучи сильнее. Тобто підвищити. То выплеснуть. Это же злость. Ви зараз так сказали, мені мама завжди так говорила. От мені просто, от ви зараз сказали, давайте тепер, я просто згадала ці слова. Вона, ну, я там починала щось, вона говорить,
А давай голосніше. А ну точно. Давай. А ну ми зараз сусідів покличемо. О, як співаєш гарно. Ну, сусідів я... тут уже мені, знаєте, так може бути, щоб це не було таким, знаєте, стюпом по поводу сусідів. Ну от я не знаю, на цель. Може бути, це просто як для підтримки того, що давай громко. Здесь не стюп, здесь можливість виплеснути. Це злость, її потрібно виплескувати. Слідуючий раз ми можемо не ножками, а навчити другим способом. Стучати в подушечку. Делать це само. Так, зараз мама злиться. Пошел, ребенок увидел, что, ага, вот так со злостью еще справляются. Так. И что происходит? Вот как утихомириться? Но... Он выплеснул, фух. Тобто прийти обійняти, поцьомати, сказати, ти у мене найкращий. Злості, да, в злості виплеснули, успокоїлися. Слушай, давай проаналізуємо. Да, що, якщо він маленький, ми просто говоримо, ти не отримав, ну, то, що я перший пример привела, якщо він вже постарше, лучше задавать вопросы. Говорю, слушай, из-за чего, когда возникла вот это, ты отследил? Отследила, когда вот у тебя зацепка? Из-за чего она произошла? Да? Каким, что именно там? Ага, видишь, у тебя вот эти реакции вызывают вот такие эмоции. Ты хочешь по-другому? Ты можешь проживать. Мы говорим детям, у тебя есть выбор. Ты можешь проживать вот так. А можешь выбирать другие. Мене знаете, что цікавить зараз? Коли дитина там маленька, так? Ти, як дорослий, можеш включати свого внутрішнього маленького хлопчика там, чи дівчинку, щоб з ним бути в контакті? Що ви маєте в виду включати, підключати? Ну типу, як на рівних бути, розмовляти, як дитина з дитиною. У кожного з нас тобто, є. Теж зліться, теж емоційно. Так, але робити це досить обережно, щоб він розумів, що ти теж можеш це робити, але це не направлено на нього. Ну, смотрите, ребенок, все-таки с ребенком, у нас есть, да, три внутренние роли, так. Родитель, ребенок и взрослый, и когда мы во взаимодействии с ребенком, нам очень важно всегда занимать роль родителя. Ага. Это наша функция, причем больше нигде ее не надо занимать. А у нас перекос, во время общения с ребенком мы становимся либо ребенком, да, который там начинает чего-то, а коллег идем, воспитываем на работе, ну, да, или там как бы так, прохожих да. рассказываем. Родительская... Ребенку очень важно всегда чувствовать родительскую стабильность, устойчивость, особенно когда у него уходит эта почва из-под ног. Ну, представьте, я тону, мы в лодке, да, она куда-то уходит, просачивается. И тут вместо того, чтобы выступить опорой для ребенка, если метафорно, я тоже прыгаю в воду и начинаю спасите, помогите. А ми знаємо багато прикладів, коли навіть дорослі виростають, і вони говорять, що я відчуваю себе, от, наприклад, для своїх батьків, там, для своєї мами або тата, ніби я старший. Так. Ніби на мені лежить цей вантаж, навантаження, і я маю бути опорою взагалі. Родителю важливо бути емоціональним таким, може бути, контейнером. Тобто збирати эмоции ребенка и давать ему чувство опоры. Иногда это происходит наоборот. Мы на детей взваливаем, так. И они несут этот груз. То есть, когда дитина сильнейшая эмоционально, может быть, батьки это чувствуют? Бывает взагалі таке? Когда идет, там разные могут быть моменты, почему так происходит. Ребенок, например, понимает, что ну, нет опор, он должен искать, сам вываливает, таким, и ожидают от него вот этой стойкости. И он как будто ее ну, берет на себя. Но тогда вопрос про его чувство безопасности в этом мире. Для ребенка очень важно чувствовать себя безопасным, что пространство безопасно, что семья безопасна, что люди рядом надежны, пока он маленький. И вот если мы теряем эту устойчивость, у него нет этого ощущения. И там очень много тогда происходит нежелательных таких и стратегий у ребенка, и надлома в личности. Тобто людина может быть зовні сильной, ніби такой все в бій, а всередині может початися... Доказать, рассказать, поддержать. При этом, ну вот... Задача ведь не про силу, так. Задача про счастье. Про гармонию в середине. Был счастливым. Так. И вот если опять возвращаться, что ему позволит быть счастливым, мы разобрали, что мы не знаем, какой мир нас ожидает. Какой профессии его готовить, непонятно. Да? У нас сейчас поменялось даже вот наше, берем детство, так, отношение ко всему, к семье, к деньгам, к сексу, так. К каким-то рабочим. Да, десь ті межі вже, які були раніше, їх немає просто. Чему? То есть свой опыт использовать не можем. Что будет, сказать не можем. Самое главное, если я разбираюсь с собой, если я вот понимаю, что со мной происходит, как себя поддерживать вот
вот я, пожалуйста, я сейчас не буду истерить, подать депрессию. Я знаю, как я могу мобилизироваться, я знаю, что я могу использовать свою силу, ресурсы і да, там шукати. Лічка, ми ще знаємо, давайте грати вже. Так, ви давайте. Принесли це ігри чи що? Це книжки, так, чи блокноти? Да, хочу просто порекомендувати настоятельно, да, всім родителям то, о чому я говорила. Ребенку очень важно понимать, кто он, что он, свои секреты побед, от чего светятся его глаза. Мы в самом детстве, вот кем ты хочешь быть, да, спрашиваем, задаем вопрос. А не нужно спрашивать, нужно наблюдать. Опять-таки, в возрасте до 7 лет, если мы очень внимательно наблюдаем за ребенком, мы сможем понять, что у него преобладает, в чем интерес. Лілічка, у мене ще є таке питання. Вибачте, що я вас відволікаю від ігор, ми зараз обов'язково пограємо, проте це питання із життя. Коли дитина вже їй 7 років і в неї сформувався дефіцит уваги, як виправляти це? А як ви розумієте, що дефіцит уваги? Ну, дивіться, по-перше, дитина не може знайти спільну мову з мамою там татом. Вона гіперактивна, вона не слухає, вона може там виражатися нецензурно при інших. Ну, тобто, от все як не треба робити. Смотрите, гіперактивність – це ж діагноз. Ми, к сожалению, часто навішуємо даже… Так, дитина просто може бути этот ярлык, да, когда ребенок просто, как правильно вы говорите, привлечь к себе внимание хочет. Первое, с чего нужно разобраться, это с невропатологом, с психологом. Там, правда, диагноз или нет? То есть это психомоторные какие-то нарушения, это есть, ну, на уровне физиологии по здоровью. Если со здоровьем, с моторикой, да, там, с процессами все в порядке, тогда это способ ребенка удерживать, действительно быть в контакте со своими родителями. У каждого поведения, если мы говорим, что нет причин для беспокойства, со здоровьем все в порядке, то у каждого поведения есть цель. И у ребенка в том числе, да, сознательно и бессознательно. Если ребенок, вот то, что вы перечислили, делает, это точно за этим что-то стоит. Важно понимать, что в таком случае, если он здоров, да, еще раз повторяю, ребенку не хватает чувства значимости, того, что на нужности, что он важен, что его любят. То есть он подавленный ребенок. И смотрите, если меня не замечают, если я не понимаю, я важен, не важен, вообще, насколько меня оценят, насколько я крутой. Что я буду делать? Будешь привертать увагу. Как хочешь. Не важно, что меня потом поставят в угол. Не важно, что потом меня отшлепают. Самое главное, контакт есть. Але оця увага я візьму. Такая заброска вам. Если вы понимаете, что вот плохое поведение, появляется все плохое в кавычках, нежелательное для вас поведение все чаще и чаще, это способ ребенка найти контакт с вами. Однозначно. Это его такой, это звонок. Крик. Обрати на меня внимание. Он просто по-другому. Он может начать воровать, драться, уходить из дома, ну, в разный, да, период. Не протесты, что-то делать на зло. А особливо в підлітковом віці, коли це переростає, це взагалі. Поэтому, дуже... да, с самого важного момента, самого раннего возраста важно понимать, что что-то произошло. Если он здоров и ничего не беспокоит, потому что это ну, может быть просто, да, не, здоровье так диктует. Если это такие бессознательные проявления того, что я хочу контакт найти с родителями, важно отставлять все. Неважно, на кону сейчас поступление в институт, на кону сейчас сдача экзаменов, не знаю, престижная работа, еще что-то, это все второстепенно. Вы не сможете это сделать качественно без контакта с ребенком. Это было важливо. В первую очередь искать контакт с ребенком. Вот, поэтому, ну и все, если вы автоматически порешается все остальное. Если у меня будет доверие с родителями, если у меня будут уважительные отношения, буде... открытость, я смогу и поддержкой выступить, да, и помочь ему разобраться, и он откроется, он будет готов говорить, и... а у него, собственно говоря, отпадают надобность делать вот эти все вещи. Нет, я знаю, что у меня все в порядке, да? У него нет этой необходимости. Так, Ліль, ми з вами 100% в контакті, давайте вже грати. Я дивлюсь, це щоденник. Это такая книга, да, которую заполняют родители для своего ребенка. Благодаря тематическим 20 главам и описанию к ним родители пишут сагу про своего ребенка. Она поможет в дальнейшем ребенку не только понимать, кто он, что он, мечты, не потерять, не растерять этот ресурс и силу, которая сможет использоваться. Здесь еще невероятная поддержка в том, что меня любят, я нужен. И в любом возрасте ребенок сможет черпать отсюда ресурс из этой книги. Я думаю, взагалі знати, що батьки про тебе писали книгу. Про кого? От давайте так будемо чесними. У кого є про себе книга? Книга, яку про вас
Написали батьки. Писали батьки. Что здесь, как она работает, происходит событие. Я описываю, да, какие важно фиксировать события. Родитель записывает, самораскрепляющие скобы, вынимает эти записи, находит главу, к которой они относятся, и вставляет. Да, и таким образом у ребенка потом своя собственная книга. Мне часто говорят, ой, да не, моему уже 7, это поздно. И говорят 30-40-летние тети и дяди. Я задаю аналогичный вопрос. Вот вы меня опередили. Скажите, а вы бы сейчас хотели получить такую книгу от своих родителей о себе? Так. От я розумію, люди, я подумала про себе, думаю, от якби я оце зараз, я почитала бы, що ж про мене батьки писали? Я говорю, і ви говорите, 7 – це поздно. Самий взрослий ребенок, для которого купили эту книгу, 32 года. І браво, аплодисменты родителю, да, который понимает, что и в 32 года это ресурс. Я уже не говорю, насколько это ресурсно, когда нас не станет, и мы уже не будем. Может быть, мы в другой стране будем находиться, может быть, мы уже в другом, да, в других измерениях будем находиться, насколько это вот соприкосновение. Моя дочка начала читать с 5 лет эту книгу. Собственно говоря, она виновник ее создания. Я искала что-то похожее. Как специалист я понимаю, что это очень важная информация. И я ничего не нашла. Я решила делать свои заметочки пока на разноцветных листиках. Думаю, подожди, ну зачем? Можно сделать книгу. Слушайте, можно сделать ее и для других родителей. Вот так вот родилась эта идея, родилась эта книга. И моя дочь начала с 5 лет ее брать, зачитываться. Там у меня и первые УЗИ фотографии, где совсем... Боже, как все мило. И она рассматривает. И, да, наше вообще как появление ее в мире, как мы ее ждали. Как, ну, это я каждый раз, когда говорю, у меня мурашками покрывает. Так, слушай, это у нас покрывает. Тест. Да, вот. Поэтому, если вы хотите, ну, такое оставить, создать путешествие для ребенка в детство, да, для счастливого будущего, сага про Теба, она есть, вы видите, в разных цветах и в разных языках. Ви знаєте, я думаю, це язиках. Потім у дорослому віці спрацює як найкращий психолог, тому що якщо якась ситуація буде складна в житті, і ти якби втратиш віру в себе, ти відкриваєш і читаєш. Там всі твої суперсили. Ми дуже багато теряємо. Смотрите, в дитинстві ми які? Ми безшабашні. Ви вспомните себе. Нет никаких страхов, нет никаких границ. Нет никаких запретов. Да. Мы такое вытворяем. Там столько, вот действуя на интересе и на азарте, если это все зафиксировать, я вырастаю. Подожди, ну неужели у меня нет силы? А ну-ка, ничего себе, это я вот так, и мне было 6. До речі, Лід, я дуже хочу запитати. От дивіться, ми поговорили про сагу про тебе. Це от батьки повинні так писати для дитини. Вместе з ребенком, там есть главы для ребенка. Разом з дитиною, так. А от якщо дитину привчати до того, що вона може вести щоденник, вона може виписувати це все, це якось благотворно буде сказуватися? Да, і у мене для этого есть еще челленджи, даже, которые помогают это делать. Смотрите, відкрий серце для дива. Да. Есть такой челлендж, он направлен на 25 шагов навстречу чуду. И чудо речь идет о благодарности. И благодарности не как спасибо. Спасибо вам, да? Ну, как форма вежливости нас учили, да? А благодарность как чувство. Когда мы понимаем, что мир настолько изобилен, столько всего там интересного происходит, вот создан этот челлендж для того, чтобы открыться, да, навстречу диву, ребенка научить делать анализы, выводы, смотреть по сторонам, что происходит, отслеживать. Например, за какие 5 чинки ты собі вдячен? Пожалуйста. То есть это 25 дней благодарности, которые могут меняться каждый месяц, потому что каждый день мне может быть разные 5. И это будет направлено на то, чтобы формировать звичку у дитини быть вдячным. Вдячность, понимание анализ. Себя, потому что я ныряю в себя, понимание вообще, что происходит, увидеть многогранный мир еще плюс. Благодарность. Смотрите, если мы говорим про счастье, конечную точку, то здесь есть несчастье и недовольство. Как работать с недовольством? Или противовес что? Счастливый, благодарный человек не может быть несчастным. Правда. Я благодарна, я не могу быть несчастным. Так, Ліль, я не можу не запитати, цей челлендж підходить як для дітей, так і для батьків? Від 4 років до 99. И при этом от 14 лет у меня для взрослых еще есть взрослый вариант «Пробуди энергию», трансформационные карты, которые созданы по тому же принципу. Нам, собственно говоря, для жизни, для достижения, точнее, цели важно два момента учитывать. Это быть в энергии, правильно? Иметь ресурс. И мышление определенное быть.
сегодняшний мир нам говорит, без рамок, готовым к изменениям, то есть такое правда, нестандартное. Так. Так вот эта вот колода помогает как раз наполняться жизненной энергией, черпать ресурсы, повышать интуицию. А что там еще? Ну, здесь 25, здесь 50 заданий. Вслепую вот прям так, вытягивайте давай, любую так. карту. Так, Катюш, дивись, я вслепую, це тобі. Ні, я сама свою карточку вытягну. Каждый раз, кожного разу, коли ви бачите слово відображення. Своє відображення. Своє відображення, так, то просто російською, друзі, я не можу читати російською. Посміхайтеся і робіть собі комплімент. Сьогоднішній день проведіть в том, що... Тобто ви можете вибрати, це на неділю, на місяць, на год, на сьогоднішній день. Я бачу своє відображення, я улыбаюсь і себе внутрішньо. Це як у програмуванні. Так, у мене поставте перед сном приємну романтичну музику і дозвольте собі нічого не робити. Це дійсно те, що мені потрібно. Дякую. Я хочу, можна я поекспериментую? Мені здається, просто дивіться, у нас, Катю, такий ніби сімейний формат от ранкового ефіру. Катя, я хочу, щоб ти для так. мене витягнула. А, давайте я ще для себе, так? Да, давайте, звісно. Так, що, это тебе, это мне, это еще раз мне, да? Продолжите предложение. Я рада, что у меня получается. Напишите минимум 30 вариантов. Давайте почнем я рада, я рада, что у меня получается, имея 5-месячного ребенка на сегодняшний день, грудного, да, прийти в эфир и класс. Поделиться тем, что слушайте, есть, и зарядить энергией. Взагалі, такая энергетика неймовірна. Так, втягни. Я тобі так, витягую. Мені, так, Ліля, я тобі прочитаю. Пані Ліля, я вам витягую, а ви витягуєте для Каті. Так. Так, Катюш, читай. Міняємо. Да, вот і так, читаємо. Так, так я так, читаю для тебе. Так. Макс, побалуй це себе з найулюбленішою стравою. Клас. Так? Так? Я знаю, що ти якраз замовив. Так, ми не будемо казати. Вони іноді опережають события прямо як... Я не завжди просто харчуюся здоровою їжею. Мене до цього привчають, але я не можу. Ну, просто не хочу. Так, Катюш, ти зістав себе сьогоднішньою та через 5 років. Які ти хотіла б у собі бачити зміни? І тобі потрібно зробити список на мінімум 20 пунктів. Список на наступні 5 років. Так, на наступні 5 років. Точка, ще які ти зміни точка, хочеш? Да. Супер. Одну, давайте теж, да? Одну. Давай, починай. Одне зараз зі списку на наступні 5 років. Зараз скажу, слухайте, це дуже, це таке філософське питання, це потрібно замислюватись. Це ж як мозок працює. Це одразу так то, не що скажеш. А от що-то, яка-то картинка виникає однозначно. І ви знаєте, коли ми починаємо мислити, от тут включається должен, надо, прагматика, логіка, добре, аналіз. Тоді давайте давай, так, легше відноситись до життя, менше аналізувати, більше жити. Ну, більше тоді жити. Так, добре, воно само собою випало. Секундочку, я зараз тільки зрозумів, що ми трішки цикл збили. Тобто Катя прочитала для мене, тебе? Я повинен був прочитати для вас, а ви повинні були прочитати для Каті. Я ще не прочитала, да. Так. Так. Тобто мені страву для Каті вже зачитала. Так. Тепер потрібно зачитати для вас. Виберіть, хто з нас буде вам зачитувати. Чи ви можете самі собі, як вам краще? Та у тебе карточка, Лілі. Карта в кого? У вас, давайте. У тебе ж карточка, Лілі, ти маєш читати. Так, чи ти мені? А, це ж для вас. Давайте ви для мене. Так. Так, так. Катюш, витягни ще одну. У меня там еще колода, ребята. Боже, мы, так, у нас зараз час завершиться да, может просто. Быть, это мы понятно, да? Так, то есть, смотрите, так. Карты построены по принципу, здесь коучинг, нейропсихология, здесь психология. Для того, чтобы ежедневно, наполняя, ну, делая какие-то задания, неважно, они легкие, нелегкие, абсурдные, не абсурдные, они делают свою работу, секунду. И через 50 дней... Да, ми вообще вау-фек, ну і ежедневно ми розуміємо, що слухайте, і родинна гра, отак можна в колі родини сідати, і ми краще розуміємо одне одного. Я сказала про шаблонне мислення, що зараз дуже важливо не мати границь, не мати рамок, мислити вообще, створювати щось нове, не зациклюватися на тому, що є. От якраз ця колода «Достигай максимума» дозволяє ці можливості для нас розширяти, створювати нові нейронні зв'язки, гибкость мозга тренувати. Для дітей я поділюсь потім. А так. От 14 теж вибирайте. Так, Лілечка, давайте тоді я для вас тягну зараз. Давайте. Так. І одразу зачитуйте, да, щоб ми не запутались. Добре. Так. Підіть на шопінг в магазин, в якому ви ніколи не були. Ваша задача на сьогодні – зберігати комфортний настрій. І сразу лайфхак для телезрителей, яким образом ми можемо розвивати вот это вот креативність, творчеське мислення, яке зараз входить в список
один из самых востребованных навыков даже 2030 года, не говоря там, да, про 2021. Да, все время Давосский форум списки нам дает самые востребованные навыки, так, актуальные навыки. Так вот, креативность, она уже десятилетия сохраняет свои позиции. Что, про что это говорится? Когда мы попадаем в новое пространство, где никогда не были, это будет магазин, стоянка, заправка, турбаза, неважно, что это. У нас начинают выстраиваться новые нейронные связи, да? То есть новая такая гибкость появляется, новые виражи, что ли, мышления. Да, класс. И тренируясь это, то есть почему комфорт сохранять? Потому что я должна в незнакомом месте не быть напряженной, расслабиться. Да, и что тогда? Завтра еще очередной супер-локдаун в звездочке. А у меня мозг сотренирован. Он воспринимает адекватно. Да, это так, помогает на вот таких простых элементарних вещах тренировать свой ум. Лілічка, ви тягнете для Каті. Так. Да? Не заперечуєте? А потім ти для мене витягнеш. Давайте, а я можу по-русски, да? Так, так. Проведіть день в ролі наблюдателя. Ага. Отсоединитесь от собственных чувств и понаблюдайте со стороны за собой и за происходящим вокруг безоценочно. О, то есть это как это будто про бы сверху. Так. За собой. Что сейчас происходит? Без оценки. Плохо, хорошо, ужасно. Не анализуючи це все. Просто, ага, вот здесь она вот так повела, а вот здесь ее затронули струны души. А вот тут какое-то равнодушие сохраняется. А тут ты посмотри, как она себя отставила. Тобто за собой, либо за іншою людиною. Ой, це дуже цікаво. Но без эмоций. Катюш, ми, у нас уже трішки завершили. Давай, швиденечко. І я зараз ще... Так, це я для кого читаю? Це ти для мене читаєш. Вивчите різні жанри у музиці. Оберіть і слухайте протягом... Так, в течение дня, протягом дня найнезрозуміліший для себе жанр незнайомої музики. Клас. От який для тебе жанр незнайомої музики? Ну, напевне, шансон. От що ж я не люблю, це шансон. Хочу обратить внимание, у вас же було нове блюдо. Так. Новый жанр музыки. Так. Вы смотрите, как точечно, как прицельно такие, бьется. Так. То есть нечто, смена декораций, как будто бы вселенная говорит, меняй. Так, то есть, один из таких еще полезностей, которые можно взять для себя, это вообще что-то новое. Не знаю, начать новый маршрут на работу, новый вид приветствия. Раньше так, а сейчас, может быть, там, не от знаю. Мы сегодня даже имена одне одному інші дали. Так, сьогодні день, назови себе як хочеш. Це так, спітні. Ми можемо називати себе як хочемо, але у нас реально вже немає часу. Ви настільки нас захопили, правда? Так, три секунди мозок на виворіт від 4 до 14 лет. То же самое, що ми делали, різні задання, но для ребенка, который он тоже сможет в течение 25 дней креативить і так правила игры на обороте і настолько прокачивать себя в направлении творческом и креативном, и разрыва шаблонов. Вот, можно подытожить. Все-таки, да, цель самодостаточную личность нам воспитать, как родителям, это самая основная цель. Для того, чтобы личность была самодостаточной, справлялась очень успешно в будущем без нас, без родителей, мы говорим про счастье, про реализацию. Она должна понимать себя и что, как собой управлять. Важно иметь мышление будущего. А мышление будущего, первые позиции, креативность, критичность, которые позволяют сохранять и эмоциональный интеллект. Собственно говоря, что мы сегодня стали дитині самостійним і не боятися життя. У нас була у студії Лілія Білоусова, коуч просунутих батьків і дітей. Ми вам дякуємо, Лілічка. Так, друзі, ні для кого не секрет, що людиною керують звички. Одна з найкращих звичок – це завжди бути у курсі подій і отримувати найактуальнішу інформацію. Її ви можете отримати на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Будьте першопрохідцем з отримання інформації від нас, натисніть на дзвіночок і це точно вдасться. We'll be right back.